Йоу, как дела, Драмио? Как вы? С вами ваш друган Эрик Мур, и я хочу дать вам знания. Вы все знаете тех парней, которые постоянно хотят что-то добавить в грувы. А вот я больше всего люблю добавлять хай-хеты. Это же как соус на картошку, ребят. Махнуть глубоко, прям туда. Когда вы добавляете хай-хет, эти тарелки просто супер. Крупица. Я только что придумал слово. Просто добавить вначале приставку. Крупица, крутошка, крутомат. Да какая разница, как это называется? Это барабаны, ребята, это очень весело. Итак, сегодня я собираюсь показать вам, как можно сделать грув пожирнее, добавив хай-хета. Когда все начинают учиться играть на барабанах, учитель такой: «Йоу, сыграй одиночные». Потом учимся двойкам. Потом переходим к тройкам. Тройки, четверки, все такое, парадидлы. Вы когда-нибудь думали перенести на хай-хет весь этот став и сделать его пригодным? Всегда нужно играть под метроном, поэтому давайте-ка я включу его и покажу кое-что под него. Одиночные. Четверти. Одиночные. Последовательные двойки. Есть столько разных способов, но есть один секрет, особенно для современной волны ударников, которые играют на закрытом хэте. Некоторые даже не знают, как его открыть. Вы вообще задумывались о том, чтобы открыть свой хэт? Кто-нибудь вам вообще рассказывал такое? Думаю, надо сделать такой урок на ютубе, где последовательно рассказать, как открывать хай-хэт. Короче, я собираюсь сделать упражнение, пока нахожусь тут в Драмио. Вам надо подписаться, кликнуть на ссылку внизу. Окей. Вам, наверное, интересно знать, как играть хай-хэтом и когда это следует делать. У меня есть супер совет по этому вопросу. Но сегодня мы поговорим о паре интересных вещей, связанных с хай-хэтом, которые всегда пригодятся. Окей, учитесь добавлять двойки и другие разные удары, когда играете парадидл. Побыстрее. Игра с педалью хай-хета. Всего я вам не расскажу. Зайдите на dramio.com и там все посмотрите за 30 дней бесплатной подписки. С вами был ваш друган Эрик Мур. Спасибо вам, ребят. Обожаю вас.